В этом коронавирусном году все необычно. И даже российская премьера «Шкода Октавия» четвертого поколения проходит по факту в Чехии, потому что автомобиль находится на территории посольства республики. Новая «Шкода Октавия» чуть крупнее своей предшественницы, хотя в ее основе лежит та же модульная платформа MQB с аналогичным размером колесной базы. Грузовой отсек лифтбека стал вместительнее, а место для ног задних пассажиров просторнее. Унаследовала новая «Октавия» у предыдущей и большую часть силовых агрегатов. Единственное, турбомотор объемом 1,8 уступил место 2-литровому, а гамма коробок передач расширилась за счет 8-ступенчатого автомата. Дизельные двигатели лифтбеку для России не положены, как, впрочем, и полный привод. В нашем представлении клиент должен иметь полное богатство выбора, поэтому вы можете найти на примере того же Корока и в будущем на примере Октавии, что будет предлагаться как версия с классическим автоматом, с 6-ступенчатым, с 8-ступенчатым и с коробкой передач DSG. Особого внимания заслуживает оснащение. Теперь уже в базе лифтбэк располагает светодиодной передней оптикой, бесключевым запуском двигателя, обогревом передних кресел и медиакомплексом Swing с 8-дюймовым экраном. В самой дорогой комплектации можно также отыскать диодные фонари, систему бесключевого доступа с замками в каждой двери, голосовое управление, мультимедийку с 10-дюймовым экраном, 8 динамиков и прочие опции. Как вы знаете, основное их отличие от многих конкурентов – это кузов лифтбэк. Он означает, что багажник открывается вместе с задним стеклом, тем самым обеспечивая крайне удобный доступ в багажный отсек. Но в то же время мы понимали, что автомобиль необходимо доработать, улучшить с точки зрения не только тех потребительских качеств, к которым привыкли наши клиенты, но и взглянуть на автомобиль по-новому. Первые живые машины появятся в автосалонах в ноябре, но дилеры уже принимают заказы на новинку. Правда, пока лишь на среднюю модификацию с турбомотором 1,4. Остальные поступят в продажу позже. Стартовая цена такой «Октавии» — 1 миллион 398 тысяч рублей. Если проводить сравнение с прайсом предыдущего поколения, которое, кстати, тоже еще пока продается, то прибавка составила 167 тысяч рублей.